европейским играм у нас уже идет подготовка, наверное, на протяжении целого года, когда мы узнали, что будет включена борьба. В некоторых весах мы решили перевести некоторых спортсменов в более тяжелую весовую категорию, чтобы они не гоняли лишний раз вес. А так, основная команда, все будут участвовать. Любой главный тренер должен мечтать о пределе. Предел – это 6 золотых медалей. Хотя бы половину мы планируем. Настроение боевое. Готовимся. Все по плану идет. Это большая честь для нас. Европейские игры. Все ждут победы от нас. Во-первых, дома. Во-вторых, и для нас это очень ответственно. Хотим порадовать болельщиков. И они от нас ждут, естественно, только победы. Один из главных стартов в этом году – это Европейские игры. Они у нас дома. Все горят желанием выступить там и представить команду на этом престижном турнире. При своих, я думаю, болельщиках мы должны показать хорошую яркую борьбу. И чтобы люди влюбились в этот вид спорта и мальчишки шли на тренировки. Пока готовимся к чемпионату Европы, то как отборется лучше, ну, будет бороться на Евроиграх. Ну, я думаю, родные стены поможет, думаю, на золотую медаль. Все надеются, что хороший результат будет. Дай Бог, все будет хорошо. Мы готовы на Европейские игры на все 100%. Думаем, не подведем.